Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана по итогам телефонной беседы достигли соглашения об урегулировании имеющихся разногласий путем диалога. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, обе стороны подчеркнули важность взаимоуважения суверенитета, независимости и территориальной целостности двух стран. Глава МИД Ирана заявил, что Баку и Тегеран связывают долгосрочные и стабильные отношения. Хусейн Амир Абдуллахиан подчеркнул необходимость предотвращения недопонимания в отношениях между двумя странами и дальнейшего укрепления и расширения связи. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также озвучил, что Азербайджан и Иран поддерживают дружеские отношения, и добавил, что дружественные отношения с соседними странами являются приоритетом для Азербайджана. Байрамов подчеркнул важность решения вопросов путем прямого честного диалога. Министры обменялись приглашениями в Тегеран и в Баку.